Сегодня пятница, а это значит, продолжаем нашу добрую традицию, подводим итоги розыгрыша на самого активного комментатора. А перед тем, как назвать имя победителя, я напомню, что комментарий мы выбираем под сюжетом, набравшим за неделю самое большое количество просмотров. Еще раз об условиях. Вы оставляете комментарий под одним из наших сюжетов в YouTube, генератор случайных чисел определяет победителя, вы получаете приз от нашей компании и возможность высказаться в эфире. И сегодня, 2 июня, наша СММ-служба включила рандомайзер, и вот он, победитель, Надежда Васильева. Это вы, мы вас поздравляем. Наши коллеги уже написали вам сообщение о том, как забрать свой приз. Напомним, что итоги розыгрышей на ЗАПТВ доступны в нашем телеграм-канале. Дорогие наши подписчики, ставьте лайки нашим сюжетам в YouTube, пересылайте ссылки друзьям, оставляйте комментарии. Одним словом, проявляйте активность, ведь нам так нужна ваша поддержка и важно ваше мнение, чтобы двигаться дальше.